Еще один сарай. И тут, кажется, самый цимус. Смотрите, паутина. Никто много лет сюда не заходил. Я походил первый. И что мы видим? Ха! Барабанная установка, друзья. Смотрите, барабанчики. Класс. Вот это круто. Это круто. Так, это стулья старые, ряды. Может, гитара где валяется? Нет, если уж барабаны есть. Какой-то, не знаю, для чего плетень, может, какой-то делали. Там наверху бутылки. Там еще какой-то склад чего-то. Так. Ну, барабаны прикольно, мне кажется, найти. Такого я еще не находил в заброшке. Да, наверное, это готовили для каких-нибудь плетений. Делать какие-нибудь декорации. Так, кроме барабанов и этих старых стульев, вроде ничего не наблюдаю. Вот это, кстати, мне кажется, остатки проектора. Скорее всего. Так, а там вроде ничего не лежит. Там бутылка интересная, пойдемте глянем. Опа. Опа. Замочек не древний. Бутылка советская, шампанское. Так. Здесь у нас что? Еще один замок. Еще одна бутылка. Может, это хоть царская, нет? Нет, тоже современная. Огнетушитель. Так. Ну, с этим сараем все понятно. Здесь есть барабаны. А выходим.